Thank you.
Больше паруса!
Тут нужно быть осторожнее. Не зевать!
Это чудище должно умереть. Thank you.
Я нашел его спящим под деревом. Он невредим. Ох, мой Бьярти. Я рада, что он в порядке. Ты спас ему жизнь. Ему повезло. Не было ни волков, ни разбойников. Записка при нем полезная, но он должен быть осторожнее. В другой раз может не повезти. Ты прав. Я подожду, когда он проснется, и выпарю его. Уже хоть что-то. Прощай. Ох, как камень с плеч. Ты в порядке? Я так беспокоилась. Бонни! Привет! Меня бы... Кто хочет состязать?
Еще одну ночь без тебя. Похоже, ты убита горем. И кто умер? Моя кошка Сфинкси. Но не будь таким грубым. Сфинкси просто ушла. Она в руках Господа. Ничто не болит так, как свежая рана. Но время лечит, и скоро жизнь станет прежней. О, если бы. Напротив, с каждой зимой я скучаю по Сфинксе все сильнее. Скажи, как давно она ушла? Завтра будет 11 лет. Очень давно, знаю. Да уж. Ты не думала построить Сфинксе святилище? Это не похороны, но тебе станет легче. Оно почти готово, но я все никак не разберу ее вещи. У меня просто нет сил. Я помогу. Мы построим святилище вместе. С чего начать? Иди в мой дом. Там она. Она. Я наверняка найду здесь что-нибудь для святилища в честь кошки, если разгребу мусор. Я горю! Сколько ж у тебя там кошек? Идиот для святилища. То, что нужно. Я нашел кое-что из вещей Сфинкси. Отнесешь их к святилищу. Оно вон там, под кустом. Готово. Теперь у тебя есть святилище, где можно почтить память Сфинкси. И дом, куда можно вернуться. Придется научиться жить без Сфинкси. Ты нужна ее детям. Я думала, что Даны жестокие мародеры. Убийцы. Но твоя душа достойна рая. Как и Сфинкси. Храни тебя, Бог.
Не стоит привлекать внимание. Опять вы двое. Снова нашли приключения на свой зад. Это все он. Я говорил, что они разбойники, но он очень уж хотел их обчистить. Нам пора. Несколько разбойников пошли за хворостом и скоро вернутся. Кому это нам? Он твой брат, ты вертись. Стой. Глянь на него. Я сам не дотащу. Значит, тебя потащат. Двигай. Если мне придется его нести, нам ни за что не выжить. Помоги! Везет твоему брату, что ты мне нравишься. Голова у тебя пустая, но ты тут не виноват. Спасибо. Сюда! Поглядим, Сакс вонючий. Сыновей Рагнара так просто не взять. Скоро о нас узнает весь мир. Еще и во сне говорит. Славно. Видал? Вот это. Видал? Этот клинок выковал Грундель. Грундель громобойный. Величайший кузнец. Одно касание,
И из твоего тела ударит настоящий фонтан крови. Что смеешься? Я тебя веселю? Я тебе шут, что ли? Так-то. В другой раз подумаешь, прежде чем хохотать надо мной. Я шутом не буду. Никогда. Когда очнется, брось его, а то сгинешь. Вроде безопасно. Клади. Вот они! Держи их! Глянь! Не отставай! Здесь мы расстанемся. Да. Спасибо за все. Замолчи и слушай внимательно. Эта жизнь не для тебя. Мир полон людей, которые прирежут тебя и за меньшее. Это я уже понял. Если у твоего брата возникнет еще чудесный план, как вам прославиться, просто возьми и двинь ему прямо между глаз. А лучше между ног. Тогда он точно все поймет. Между ног. Звучит очень доходчиво. Спасибо. А больше ты нас не увидишь. Угу. Что? 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 Как мы... А? Мы их обчистили и смылись, да? Эти олухи даже не думали, что мы на такое способны. Ты куда это, брат? Расскажи мне о нашей великой победе. Я иду домой.
Навстречу волнам! Парус поднять! Расскажите что-нибудь. Ты просишь историю, а получишь признание. А сочтешь меня слабой, это больше скажет о тебе, чем обо мне. Вот мой секрет. Я люблю любовь. Люблю быть влюбленной. Люблю муки любви, ее страсти. Так уж меня научили. Отец и мать. Мать когда-то сказала, лучше чувствовать боль от стрел любви, чем вовсе ничего. Лучше быть молнией, чем камнем. Люди забыли об объятиях. Отец каждый вечер обходил всю деревню, чтобы выпить меда и обнять друзей. Я такая же. Он твердил. За ухищрениями богов есть простая правда. Но мы о ней забываем. А вспоминаем, когда приходит беда. Объятия не подделать. Как и мед. И любовь. Как я скучаю. Если долго смотреть на волны, мне видится в них его лицо. Пойте, вороны. Есть среди нас сказки? Я уже рассказывал о шести христианских миссионерах, которые начали поклоняться Тору благодаря мне. Нужна песня? Кто нас развлечет? Больше всего в битвах я люблю миг предвкушения. Тут у всякого найдутся свои причуды на сей счет. Как бьются сердца. Тома любила играть с детьми в лагере. Рассказывать им легенды, точно скальп. Она делала малышей храбрыми. Она знала, что все они мечтают сражаться. Когда-нибудь. А если мы не победим, им не доведется. Однажды я пошла с ней к детям и стала ее слушать. Смеха ради, она часто смешивала старые мифы. И кошки повезли Фрею Вальхейм сражаться с темными альвами за мед поэзии. Щеки детей горели, а глаза сияли от любви. Я и сама была как они, и мне делалось лучше. Сома так действует на людей. Убавить меня... тихо. Там монастырь, Эйвор! Покажем, ублюдкам! Одина! Один! Одину души, а нам сокровищ!
сдохни! Заботай эту пиццу! А ну, брат! Мне тут нужна помоги мне, скорее! Помогите! Дух некогда перевести. Хватит! Идем на корабль! Тор дал мне сил.
Поднять парус! Сигар! Нужна история. Был один безумец по имени Хрок, а их примерно лет, которого мы прозвали Грызуном, за страсть собирать топоры. 20 лет он копил топоры всех видов и размеров. Ни разу он не сражался, но клялся Тором, что жаждет этого. На 31-м году, перебрав Эля, Хрок соблазнил чужую жену. Ее муж вызвал его на Хольмганг,